Всем привет, с вами мистер Фью. Тут такая новость. Тут вышло обновление и добавили новые читы. Да, я буду играть с читами, не обижайтесь. Так, заходим сюда. Давайте плюс 20 просто добавим 20 хп. Так, чтоб хитерно не было. Давайте, ребятки. Сейчас выхожу. Надо тут нам еще читики подобавить. Потом, ребята, наверное, сквозь стену добавим, да. Только ВХ. Надо нам. Опа. Опа, подсвечивается дебилчик. Давайте. Ой, вижу его. Гасим. Лошары. А, я думал, он это. Вот лошара же. Как он меня вынес? Чё, читики скачал? Ну, плохой мальчик. Так, по карте, вот он мой мальчик. Сейчас я его приду. О, найс, давайте еще дигу возьмем. Так, карта. Давайте, гасим. Ой, а ноль урона, найс. Вернись. Лошара, да вернись. Так, ребятки, давайте. Ноль. Найс. Как вообще так можно? Ноль урон. Иди ко мне, мой пупсик. Опа. Мемчик, выскочил мемчик. Давайте, ребятки. Побежали. Где же он? Лошара, иди ко мне, мой мальчик. Я тебя убил, хорошо. Так, идем дальше. О, я в спину. Давайте. И на угол сейчас мы его с вами, да. Я, если что, ребятки, зашел другого аккаунта. Зефри. Я, если что, ребятки, зашел с другого аккаунта, с компа. Поэтому у меня другой ник вместо голда. Голд. У меня был ник на телефоне. Сколько ему урона давать нужно? Ноль. Давайте. О, давайте Авика возьмем. Расстрел. А если порубить через стены? Давайте, ребята, мы что-то хотели. Вначале видеть, где он? Вначале, ну, скопы есть. Ха-ха, 113 просто вниз. Блин, как это смешно выглядит. О, там бобструй. А лошара, мега преф просто. Это было жестко, ребят. Просто это было жестко. Вынес его сразу, потому что это слишком читерно. Ладно, выключим. Это очень читерно, ребята, потому что выключим просто. Погнали дальше.
О, будет потом порубать, что не прижилось. Давайте, 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 иди сюда, мой сладкий. Браточка, что? А что ты? Нет. Что-то микрофон выключился. А чего ты у меня? Не подписывай. Чё? Чё? Серьезный переход, чел. А куда это ты полетел? Пока я тут летаю, брат. Сейчас я тебя потроллю. Как он летает, вопрос. Тут только я могу летать, как бы, да. Ух, расстрел сейчас будет. Давайте, 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 ребятки, гасим, гасим, гасим нашего бортанчика. Ой, шар разбил, расстрел, что не попадал. Я чуть не помер. Deja vu, it's just been this place before higher. Куда арабская ночь, блин. Что делать, реально, ребят? Как он меня вынес, я не понял. Жизнь, конечно, летчики еще тут, да. Расстрел. Не надо ему убирать. Все. Давайте, давайте, ребятки, гасим его. Со спины. А, не. Стоп. А, я его с живота начал. Я тебя троллю. Ты что, забыл, мой мальчик? Иди ко мне. Я же тебя троллю. Хороший пацан. Деньги есть? А что происходит? Я не понял. Или это крыса? Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой мальчик. Давайте. Чучундра, чучундра, ага. Я сейчас тебя пригоню. Хват летать, ёма, муха. Слушай, ты, комар, иди сюда. Сейчас прикончу. Комар, иди сюда. Молодец. Так, ща. Стены есть. Отключить отдачу есть. Так, вводим еще. И сейчас его опять начнем гасить. Это просто расстрел, это расстрел, просто это расстрел. Ребят, не говорите просто то, что это расстрел, братанчик. Это просто расстрел, расстрел. Поверь мне, братанчик. Ребят, не беспокойтесь, что текст раньше или позже мой сопрут. Я его редактировал. Времени не было, я быстро его накладывал. Поэтому где-то может не совпадать, потому что я хорошую фразу переводил и накладывал другие слова, то я там ошибался в некоторых местах. Давайте, ребята, гасим братанчика, братанчика, гасим. Какой читер, на. Ребята, вы знаете, такой чит, можно ускорять все. Но я такого не буду делать. А он сам мне что долетался, называется.
Давайте, давайте. Как он меня вынес? А, у него... Все, я понял, ребята, все, я понял. Как он меня вынес. Полетела фея. Здорово. Что это за пристрел? А, братанчик? Так, да как его расстрелять-то? Ну что, ребята, думаю, видео надо уже заканчивать. Наверное, чуть позже, ребята. Для вас готов на все. А что сейчас было? А что сейчас было? 1-0. Так. Давайте еще раз. Бегаем, бегаем, бегаем. Фигню страдаем. Да, ребят, конечно, вы спросите, зачем я читы сказала, только под конец, потому что я понял. А на этом мы будем заканчивать, ребята. Поэтому ищите ролик, комментарий, оцените, точнее, ролик.